За 40 дней режима самоизоляции благотворительный фонд «Инсан» распределил уже около 200 тонн продовольствия среди 15 тысяч нуждающихся семей в республике. Накануне прошла очередная, уже третья крупная акция фонда. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Более 250 волонтеров, оставив свои дома и семьи, рискуя здоровьем во время эпидемии, пришли на помощь тем, кто остался без пропитания в сегодняшней сложной ситуации. У людей нехватка вообще средств. И еще больше у нас возможностей, чтобы мы помогали людям. Аллах нас проверяет, как и людей, которые сидят дома, их на сабур, так и нас проверяет, как мы сейчас будем поступать с нашими братьями. Каждому добровольцу, исходя из его возможностей и наличия места в багажнике автомобиля, предоставили адреса нуждающихся людей и продуктовые наборы. Мы подъехали к вашему дому, 125-й же дом, да, генерал Амаров? Да, да. Вот мы уже здесь внизу, возле гастронома стоим. Если есть возможность получить помощь, мы стоим внизу, отправьте кого-нибудь, пожалуйста. В рамках этой акции волонтеры объехали более 5000 семей по всему Дагестану. В общей сложности доставив по домам 25 тонн продовольствия. С момента начала пандемии нами была открыта горячая линия, где нами принимаются заявки и принимаются они по сей день. И количество обращений очень много. После каждой проверки адресного выезда эти семьи включаются, им тоже оказывается эта помощь. В один продуктовый набор вошли 5 килограммов муки, по 1 килограмму сахара, риса, гречки, макаронов, а также литр подсолнечного масла и пачка черного чая. За всей этой помощью стоят реальные люди, тысячи жертвователей и десятки меценатов. Был приятно удивлен, что сколько они проводят работы по поддержке людей, которые вынуждены в связи с этой заразой коронавирус находиться дома. Я узнала о том, что проводится вот такая акция в благотворительном фонде «Инсан». Решила принять участие и вам рекомендую помочь. Надо делать благие дела, тем более в такое время. В благотворительном фонде понимают, что этой поддержки ждут еще тысячи людей. Они твердо намерены работать без устали, делать все возможное, чтобы охватить помощью как можно больше людей в это непростое время. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.